В июле 1941 года уроженец Западно-Казахстанской области Темир Масин был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. С августа того же года на фронтах Великой Отечественной войны. К июню 1944 года капитан Темир Масин уже командовал 8-й стрелковой ротой 922-го стрелкового полка 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Белорусской ССР. Июнь 1944 год. Масин во главе группы бойцов отражает немецкую контратаку в районе деревни Озераны Гомельской области. А спустя неделю рота отважного воина перерезает шоссе Могилев-Минск в районе деревни Старая Мартьяновка Минской области и отражает еще 8 немецких контратак. Уничтожает около 800 солдат и офицеров противника, 74 автомашины и 31 мотоцикл. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года капитан Темир Масин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».